Всем привет! Я нахожусь в деревне далеко от города. И вот с собой я захватил на всякий случай солнечную батарею мощностью 10 ватт. Германия. Машина у меня стояла очень далеко. И как бы бегать, заряжать постоянно телефоны и планшет. Вот такой вот. Как бы не хотелось. Я нашел у себя в машине провод. Ну, как всегда, все, что надо, вожу с собой. Это от зарядки на регистратор у меня остался обрубок. То есть, когда я провел, у меня еще там метра 3 или 4 осталось. То есть, как видим, просто подключено. Там нет диодов. Просто намотано. Далее, так как мы там знаем, где плюс-минус там в коробочке подписано, я взял автомобильную зарядку, плюс в центр вывел, минус на край. Не знаю, видно, не видно, но вот красный индикатор светится. Соответственно, она работает. Так, и вот планшетка. У меня была севшая. Так, сейчас 19%. Вот тут отсвечивает. На выключенном состоянии заряжается быстрее, на включенном, когда яркость выкручиваем, у него в минус. В принципе, на дом я в дома ставлю на окно по направлению к солнцу. И заряжает все, и телефоны. Как бы я здесь был 3 дня. Ну, это за 3 дня, в принципе, бегать туда-сюда мне неохота было. Поставил на зарядку, ушел там по грибы, по шишке. Пришел уже заряжено. То есть вещь кайфовая. Просто у меня тут и не было, так как вот он домик. Тут есть, конечно, электричество, но просто он очень далеко от города. И нет у него тут блоков питания, как у меня дома. То есть от розетки у меня нет возможности зарядить. А вот, не использовав нехитрое такое устройство, я легко смог зарядить планшетник. Также телефоны. Даже на самой высокой яркости у меня отсвечивает все. Ну вот если пользоваться им, да, на высокой яркости, вот так вот, то есть он, получается, толком не заряжается. То есть мы пользуемся, да, играем там, смотрим, читаем, он у нас не заряжается. Как только мы яркость убираем, либо его просто глушим, чтобы у нас не потребляла большую часть яркости, соответственно, после этого происходит заряд. В принципе, 10 ватт хватает зарядить вот этот девайс и 2 телефона за день. Я считаю, как бы неоправданно с собой просто таскать много всяких устройств, когда просто можно взять вот 5-10 ватт солнечную батарею, да, и заряжать. Но 5 ватт, соответственно, это уже на выключенном состоянии, и причем солнце должно быть идеально. А вот десятка хватает того, чтобы поставить на окно, и он заряжал в течение дня любой маленький слабенький девайсик. Так что, это, скажем, единственное видео пока что у меня с природы, с теста. Теперь еще ехать домой 300 километров от дачи. Ну, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Если еще получится, допишу небольшой ролик. Потом добавлю в конце о природе, о кедраче. Всем спасибо за внимание. Всем пока.